Девчонки, всем привет! Лето, пора отпусков, и сегодня будем рисовать вот такие нежные и в то же время очень простые дизайны. Итак, начнем с первого дизайна, дизайна с ракушкой. Сделаем градиентик из двух цветов, очень близких по своей палитре. Первый это нежный сиреневый, а второй чуть-чуть поярче. Перемешиваются они идеально друг с другом, несмотря на то, что это разные фирмы гель-лаков. Первый цвет наносим с небольшим объемом, второй наносим тоненьким слоем. Берем нашу кисточку для градиента и сверху вниз приплюсывающими движениями начинаем тихонечко двигаться, не торопясь. Видео ускорено где-то в два раза, поэтому вы должны понимать примерно с какой скоростью я это делаю. Плавно перемешиваю, прохожусь один раз сверху вниз. И в таком виде я отправляю его сушиться, потому что с первого слоя мне не нужно добиваться идеального градиента. Второй раз выполняю все то же самое. Первый цвет наношу с небольшим объемом, а второй наношу тоненько и распределяю его по всей поверхности. Наношу его в стык к нашему нежно-розовому гель-лаку. Лаки у меня сейчас достаточно жиденькие, но хорошо пигментированы. Ими, в принципе, тоже удобно выполнять градиент. Только хочу рассказать, когда я выполняю градиент на клиенте, то от боковых валиков я делаю отступ приблизительно в 1 мм. И от кутикулы тоже. А потом просто подкрашиваю аккуратненько тоненькой кисточкой. Уже дорабатываю в районе боковых валиков гель-лаком подходящего цвета. Я прошлась первый раз, и есть некоторые недочеты, поэтому я хорошенько вытираю кисточку и прохожусь еще разочек. Вот сейчас видео не ускорено, вы можете видеть, как двигаюсь я приблизительно с какой скоростью. Делаю стежочки маленькие, аккуратненькие и не размахиваю сильно кисточкой по ногтю или по типсе в нашем случае. Поэтому градиент получается очень нежный и очень аккуратный. Если есть какие-то недочеты, дорабатываю их. Начинаю с того места, где есть этот недочет, где я вижу, что градиент не плавный, и спускаюсь всегда до низа. Заканчиваю я всегда внизу. Вот так у нас получилось. Сейчас мы возьмем блестящий гель-лак номер 201 от Look Nail. Немножечко добавим на салфеточку. Я специально добавляю не на бумажку, чтобы прозрачная часть гель-лака впиталась и остались у меня только блесточки. Я нарисую контур ракушки и закрашу его. Очень удобно рисовать не гель-лаком, а как раз вот так с салфеточки, потому что не нужно выполнять это в несколько слоев, потому что гель-лаки обычно недостаточно плотные для вот таких вот небольших маленьких рисунков. Когда делаю какие-то полоски или геометрию, тоже всегда это делаю с салфеточкой. Возможно, вам это поможет. Покрыли топом без липкого слоя и гель-пастой или гель-краской без липкого слоя начинаю прорисовывать прожилки, которые есть у ракушечек. Дизайн очень простой, очень схематичный, я думаю, он у каждого получится и у каждого в арсенале уж точно имеется гель-краска или гель-паста. А если нет, девчонки, можно заменить это просто гель-лаком и не покрывать топом перед этим. То есть, конечно, у вас не будет такого объема, как если вы работаете более густым материалом, но все равно получится очень красиво. А главное, быстро и эффектно. Рядом прорисовываем небольшую морскую звездочку. Вообще очень часто в дизайне хочу нарисовать что-то одно, потом вижу, что дизайн выглядит немного пустовато, и
уже в процессе работы, то есть приходят какие-то идеи, добавляю небольшие элементы, и получается более гармонично. Лично мне, например, гель-пастой рисовать было не очень удобно, потому что она густая, плохо ведет линии. Ей либо какие-то прямые линии, либо мелкие дизайны. А вот рисовать звездочку лучше было гель-лаком. Единственный плюс гель-пасты в данном случае – это то, что она не течет. Если вы не уверены в своем материале, то лучше выполнять промежуточные просушки. Итак, просушили мы наши звездочки, берем гель-пасту и ставим такие небольшие точки на нашей звездочке. Точки делаем для того, чтобы рисунок выглядел более объемным, более живым. Хотя звездочки сами по себе у нас довольно-таки схематичные. Итак, следующий дизайн очень нежный, и это пальмы на закате. Знаете, перерыла весь интернет, и обычно пальмы рисуют почему-то на цветах ярко-розовый, ярко-оранжевый. Видимо, девчонки любят яркие цвета делать на лето. Но я очень люблю нежные пастельные цвета, и закаты в нашем городе этим летом преимущественно розовых, сиреневых и даже где-то желтых тонов. Поэтому сегодня мы сделаем вот такой градиент нежный, переход из желтого в нежно-нежный сиреневый цвет. Если кому-то интересно, вот этот нежно-сиреневый цвет — это гель-лак TNL номер 114. Прошлись мы первый раз. Немного подправила я в некоторых местах, потому что уж было совсем неровно, и отправляюсь сушиться в лампу. Добавляю к градиенту второй слой, все по нашей старой технологии. Девчонки, если есть какие-то вопросы ко мне, пишите, пожалуйста, их в комментарии или в директ в Инстаграм. Ссылочку на свой Инстаграм я обязательно оставлю внизу. Кстати, там много очень моих работ. Я много занимаюсь маникюром, покрытием, и мне это очень нравится. Это моя страсть. К своей работе я отношусь с большой-большой любовью. К каждому клиенту ищу свой подход. Поэтому заходите, не стесняйтесь, спрашивайте, всем отвечу. А в это время мы уже второй раз проходимся по нашему градиенту. Окончательно делаю его очень плавным. И градиент всегда заканчиваем внизу. Вот так у нас получилось. Просушили мы 30 секунд в LED-лампе. И черным гель-лаком с краешку мы рисуем берег. Теперь на нашу кисточку тоненькую мы набираем каплю, ставим ее в бережок и уводим вот такую линию. И рядышком делаем такую же линию, только маленькую. Опять набираем капельку гель-лака, ставим ее в центр и из нее вытягиваем вот такие ветки, похожие на усики.
Теперь смотрите, кисточка у меня абсолютно сухая. Вот эти листочки нашей пальмы я вытягиваю уже из проведенной заранее мною линии. То есть на кисточке материала у меня нет. Вы видите, какими стежочками я работаю, чтобы пальма у нас получилась такая пушистая. И обязательно всегда делайте эти стежки только от центра. То есть они у вас должны начинаться от ветки и заканчиваться на внешней стороне. И опять мне хочется чего-то добавить. Добавим парочку птичек. Перекроем наш дизайн топом. После того, как просушили, мы добавим блесточки, а потом покроем топом. Наносим топ без липкого слоя и просушиваем 2 минуты в LED-лампе. И белой гель-красочкой без липкого слоя расставим кое-где блики небольшие, чтобы немного оживить рисунок. Вот такие нежные, интересные дизайны у нас сегодня получилось. 2 я выполнила до вас и 2 вместе с вами сегодня. Пишите в комментариях, какой дизайн вам нравится больше всего. Задавайте свои вопросы, обязательно отвечу. Заходите на мою страничку в Instagram, там много интересных работ и всяких полезных постов. Всем пока!